3 июля 2009 года, вот пришел домой Егор, он с 1 сентября, его обещали принять в музыкальную школу на саксофон, он сам готовится, да? Он на всех саксофонах играет сам, но в музыкальную школу, даже несмотря на его национальность, что он русский, да, рус, его берут с удовольствием, да? Или без удовольствия, но берут. Так что сыграй давай, Егор, что сам научился без учителей? Ну, молодцы. Егор, покажись, как тебе? Саксофон-то тебе велик, ты как достаешь? Тенор. Тебе на альтушечке, может, на теноре тебе по росту, он почти с тебя ростом. Да? Больше даже. Да, Егор у нас на 10 инструментах играет, ну и плюс еще на всех трех саксофонах, да? Да. Ну вот, в музыкальную школу, даже потому что это и русский ребенок возьмут, да? Да. Ладно, молодцы.